Приветствую вас на канале Asmo The Play. Мы играем в Murdred. Надеюсь, я правильно прочитал. Так. Нам, если не ошибаюсь, надо в музей сходить. Вот я бы еще в церковь сходил, у меня там еще недоделанные эти пилы недособраны. Ну ладно. Музей. Но перед тем, как мы пойдем в музей, мне в одно место бы заглянуть. Уж больно я хочу дело одно завершить. Вот здесь что-то должно быть. Р. Здесь мы были. Так. Мы туда не можем, да, вселиться? Блин. А зачем нам тогда это все удалять? Что-то странное. Так. Давай. Теперь тут. Ну это мы знаем, мы это удаляли уже. Не понимаю. Мне вот, с этой парочкой бы разобраться. Так. Не влияние. Не посмотреть. Посмотреть тоже не могу. Так. Тоже. Не влияние, не посмотреть. Никакого действия. Встречался ли так со своей? Блин. Вот как мне с тобой еще? Как мне завершить вот этот? Какая-то улика должна быть еще одна. А только где она? Вот. Я так думаю, что... Нет, 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 нет. Я так думаю, что что-то какую-то улику я пропустил. Так, может тогда у нас по-другому обстоят дела. Ну-ка. Блин. Так. Что сначала? Сначала вот она была, а потом... Как? Как правильно? Как мне сделать так, чтобы выбор был? Найти ответ. Так. Я как понял. А почему у меня ничего здесь не действует? Так, нет, подождите. Кнопку здесь не надо нажимать. Блин. Я уж все перенажимал. Уже все выяснил. Что тебе еще надо? Кстати, давайте на кладбище сходим по-быстрому. Хочу посмотреть. Последний волос оставался найти.
Думаю, я его быстро смогу найти. Ну, мне так кажется. Ну, давай, давай, быстрее. Разве вам не интересно узнать, что на кладбище-то случилось, что произошло? А? На. Так. Укрыться. Что здесь? Никого. Демонов-то нету. Это было бы печально. Так. Наверх тоже никак. Так. Где мог, где мог упустить? Где я мог упустить? Так. Тех демонов, которые я порвал, надеюсь, уже больше не восстанут. А тогда... Твою ж мать. Ну давай, давай. О, это вот это страшное место. Девочку где расхреначили-то? Утопили. Ну-ка, кстати, веревку эту изучается, нет? Веревка не изучается. Так, в склеп не заходит. Вот в этот вот. Блин, бегаю по кладбищу, ношусь. Кошмар какой. Да. Мне уж интересно, кто это может быть. Кто этот маньяк-убийца? Деградирующее существо. Так. Ух ты. Куда? Какие-то эти отголоски, блин, если мне кажется. Так, не могу. А, очень хотелось бы. Так, ладно. Обширное кладбище, смотрите, большое. Так. Знаете, я уверен, что... Куда? Я спокоен. Ну, блин. Последний волосок остался. Где вот он может быть? Хоть бы карта какая-нибудь была. Так, туда он не падает. Кустах. Да вроде нет. Лампа не то. Ой. Ой-ой-ой. Давай, давай, найди. Найди этот волос. Я хочу историю. Я уверен, история это еще хорошая, наверное, будет. Эй, жалостливая. На лестниках почему-то вот не проваливаюсь. О, как же тут холодно. Да,
Надо было надеть теплые куртки. Слушай. Так. Чуть за пятна эти. Нифига. Ладно. Так. В первом склепе нету, во втором нету, тут два склепа. А здесь? Оп, нет. Тут за склепом тоже нету ничего. Где я мог пропустить? Где? Блин. Граждане, помогите, пожалуйста. Очень хочется историю. Байку. На крыше нет, никак нельзя. Так, это дурачинушка тут так и сидит. А, ну правильно, у меня же только в один день пока укладывается. С вами Трэвис, охотник на привидений. И чё ты? Что-то видишь? Тория, и он кишмя кишит призраками. Кто знает, сколько измученных душ и кричащих фантазм. Конечно, сколько знает. Блин. О, стой, стой. А, это не то. Блин. Ладно. Смотрим. Заходим. Тут у нас... нету ничего. Сюда? Не-а. Блин. Ладно. В эти дома мне входа нет. Куда? Куда здесь? Блин, от этой гребаной крепости. Больница, кто она там? Давай. Смотрим. Сюда. Наверх. Только подожди. Нет. Не изучает, не изучает. Он надо найти историю, блин. Так, вот я тут. И здесь тоже я. И тут я. Нигде не нашел. Туда-сюда. Стоять. А, можно было так, можно было так, да? Понятно. Не густо. Сюда! Пациент опять бредит. Боюсь, сейчас будет припадок. Пусть. Сделайте для него, что можете. У него органы отказывают. Уже недолго осталось. Тебе современная медицина. А, смотрите-ка, ни хрена попал. И вот оттуда хрен выйдешь уже. Так просто не выйти. Какой кошмар. Ну, пока я иду, я пока не видел. Где эта последняя штучка у нас?
где ее собрать можно? Блин, надо какую-то карту, что ли? Так было бы легче. Пляшка. Там внизу кто-то что-то рассматривает сейчас. Мы находимся в старейшей части. Кто? Ты мычать только можешь. Ворон. Луна. Ночь, улица, фонарь, аптека. И за спиной два человека. Кладбище появилось на несколько десятков лет раньше. Так, мы пройдем немного дальше. Они потеряли вот эти волосы? Следуйте за мной. Ну-ка. Нет. Так, тут ничего нету. На краю, на обрыве. За плитой нету ни хрена. Итак, у нас по двум вариантам, да, вот можно. Вот здесь-то мы были. Даже не помню, чтоб мы здесь были. Так. Фонарь. Вот она. Вот она. Смотрим. Так, обрывки призрачного прошлого. Смотрим. Я всегда была, скажем так, клептоманкой. Нет, нельзя сказать, что я прям профессиональная воровка. Просто мне было скучно. Краденое всегда казалось мне интереснее купленного. Мне нравилось смотреть на какую-нибудь вещицу, испытывать волнение, вызванное воспоминаниями, связанными с кражей. Ну да, и, признаюсь, иногда я переживала, что меня поймают, но чаще кайфовала от адского прилива адреналина. Только последняя украденная вещь изменила и мое отношение к таким приключениям, и всю мою жизнь. Ту кражу я помню так, словно она была вчера, несмотря на то, что я уже много лет пытаюсь про нее забыть. Тот день был похож на сотню точно таких же, тихих и скучных. На этот случай у нас с друзьями было припасено своеобразное развлечение. Мы ходили пить пиво на кладбище. И тогда поступили точно так же. Мы пришли на наше излюбленное место, к старому полуразрушенному склепу. Но нас ждал полный облом. На этот раз склеп был заперт. Похоже, кто-то наконец проявил интерес к лежащему там мертвецу и решил, что мы не должны веселиться по соседству с усопшим. Ну ладно, мы разделились и пошли искать на кладбище новое пристанище. Это было нетрудно. Через несколько минут я нашла другой склеп. Одна его стена уже начала осыпаться, и мне удалось протиснуться внутрь. Там было так же, как и в остальных склепах. За исключением одного. В самом центре гробницы лежала какая-то пыльная рама, а в ней красовался венок из искусно заплетенной в косу веревки. Естественно, увидев такую старинную ценную вещь, я решила ее стащить. Я решила так. Подожду неделю и только потом продам. Это на тот случай, если вдруг кто-то заявит о пропаже. Я вернулась домой, положила свою сегодняшнюю добычу на верхнюю полку шкафа и, вполне довольная собой, легла спать. В ту ночь мне снилась мертвая, разлагающаяся ведьма. Несколько раз я просыпалась в холодном поту от ужаса. И сколько бы ни пыталась заснуть, каждый раз она возвращалась. В течение последующих дней кошмары стали хуже. Просыпаясь, я обнаруживала выдранные клоки волос и кровоточащую кожу на своей голове. Я все списала на стресс и плохое самочувствие, и на следующий день пошла в ломбард, чтобы продать эту вещь и навсегда о ней забыть. Мне просто стало дурно, когда продавец сообщил, что венок сплетен вовсе не из веревки, а из волос чьего-то возлюбленного. В конце 19 века была, оказывается, такая дурацкая традиция. Я хотела избавиться от кошмаров, поэтому, не торгуясь, скорее продала этот проклятый раритет. К сожалению, это не помогло. Совсем не помогло. Теперь цель всей моей жизни —
найти и вернуть этот венок туда, откуда я его забрала. Надеюсь, когда розыски увенчаются успехом, я наконец-то смогу выспаться. Потому что я очень устала. Я больше так не могу. Вот такая печальная история. Ну все, теперь можно выходить с кладбища. Ну давай, давай. Че там сложного? Так, куда мне? Сюда, по-моему. Я хоть правильно бегу-то? Так. Ну, дорога-то меня поди выведи, да? Ага, действительно, дорога меня вывела. Отстань, не видишь, я занят поисками. Кого ты там ищешь? Так, это тоже не хочет со мной разговаривать, но мне уже и не надо. В принципе, все, что на кладбище, я хотел историю послушать, да. Никогда не берите ничего с могилы. Нахрена вам это надо? Ну? Не знаю почему, но, блин, вот эта тварь со мной, правда, не хочет разговаривать. Хотя мне надо просто объяснить ей, чтобы завершить миссию. Вот этой вот. Найти ответ. Надо какой-то кнопкой нажать, что ли, выборочно. Или как? Или... Ну... Действий я никаких не могу на него воспроизвести. У ней тоже. Посмотреть тоже ничего не можем. Так. Может так смотреть надо как-то? Так, так, опять не так. Нифига. В общем, где-то какой-то, я не знаю, глюк. Ну и хрен с тобой. Золотая рыбка. Блин, я не то нажимаю. Все. Музей истории Салема. Идем. Тут, правда, не знаю, не раскрытые дела, но они меня уже не волнуют. Ух ты, смотрите, что-то пропустил. Да еще посреди дороги. Ну-ка. Подожди, подожди, подожди. А как? Я должен же это проанализировать. Почему у вас не было? Или вы исчезаете? Вас заново надо изучать. Ой-ой-ой. Сюда? О, молодежь. Как там называлась та игра «Девица грабит гробницы»? На... Интересно, татуировки это больно? Коп был весь как китайская ваза. Это грабит гробницы. Скучно. Тут ничего не происходит. Да как ничего? Вон только что убили копа. Приятно хоть на время забыть о проблемах большого города. Ой, у тебя город прям на большой. Даже не верится, что сегодня убили копа. Это кто знает? Видите, здесь курсы. Так тихо. Такой сонный городок. Сонный. Это тебе повезло, что он сонный, что у тебя тут тихо. А куда это я иду? Что мне здесь надо? Ой-ой-ой. А, здесь мы вот... Ага, нет, нам туда не надо. Нам туда пока не надо. Мы не можем, нет, убрать? Нет, не можем. И поверху, и как Бэтмен тоже взлететь не можем. Мы же призрак, по идее, ну, как Каспер. Летать должны там. И вот сюда мы ходили. Сейчас посмотрим, может, мы здесь чего упустили когда-то. Опа. Нет.
Здесь нету ничего такого. Тоже ничего странного. А девочка-то, я помню, бегала, прыгала тут по дому, вот посюда, вот, по крышам. Почему я не могу наверх телепортироваться? Ладно. Музей-то, наверное, большой дом. Нет? А, это не дом. Прошу прощения. Здесь у нас не убирается? Не убирается. Стенки не запираются? Не запираются. Так. Только до этого места. Сейчас мы придем. Минутку. Ага, вот мы с другой стороны того здания. Что у нас тут есть? Вот. У нас есть вот. Вот обормот. Да нет. Подожди. Котя. Да не так. А тут мне ничего и не надо, да? Или надо? А. Минутку. Нет, все-таки правильно шел. Сюда, потом сюда, сюда. Пока я не помню, был я здесь или не был. Оп. А, котик не допрыгнул. Ладно, попробуем еще разок. Прыжок, прыжок. По досочке. Давай, кись. Оп. Давай, ползи. Ползи, мой хорошенький. Сюда. Сюда. А что нам там надо было? Честно скажу, не знаю даже. Ну ладно. Рассматриваем. Тут у нас ничего нету. Тупик. Видимо, я это выполнил уже с кошкой тут. Ладно. Но все равно, тем не менее, проверить-то надо было. Мне же где-то запчасти еще надо брать. Некоторые. Так, у нас... Вот кто дома так не может быть, так что все, что, всю улицу осветили. Все дома прямо... О, подождите, обнаружить. О, этот город. О, этот город полон такого. Город полон такого. Чего такого? Такого, сякого. Сейчас где-нибудь что-нибудь за мусорным баком лежит. Туда я не пойду. Ага, ну ладно. А, подождите, здесь я был, да. Видите, табличка была собрана. Ну вот эту, правда, да, стенку-то. Музей. А я здесь вроде когда-то был тут. Ага, осталось только найти, как туда попасть. Все, точно, блин, точно помню, где был, да, вот здесь этот, кто там, водила, когда разбился, я там вокруг него искал улики. Улитки, вот. И вот тут уже нету. Видимо, а, я разрешил загадку, нет? Не помню даже, не помню, господа. Идем, идем. Как мне туда попасть? Нет. Вот вроде недалеко был-то. Почему он сейчас так далеко стал от меня? Блин, ничего-то я не понимаю, как мне туда попасть.
не так хожу или что? Так. Здесь что у нас? Ну-ка. Да вроде как ничего. Ой-ой-ой. А, ну вот музей. Блин, я думаю, что по нему попасть, я не могу в него. Смотри, как к себе домой зашел. Когда ищешь маньяка, все примерно так и бывает. Все эти убийства не на шутку взбудоражили город. У меня ощущение, будто время повернулось вспять. Однажды ведь Салем уже погружался в пучину подобного безумия. Так, вон какая-то история стоит уже. Сейчас узнаем, что с ней. Окажется, какая-нибудь хрень. Так. А, не могу. Так, это выход. Извините, но продажа билетов начнется. Давай, расскажи мне. Я не могла выбраться, от огня спасения не было. Не было? Наверное, дела у музея идут отлично, если они нас не пустили. Может, ее можно как-нибудь уговорить? Может быть. Мы так разоделись, и все зря. Что там сегодня такого особенного? Нифига. Вам тут нечего делать, ребятки. Прошу засвидетельствовать, что это чудовищное дело рассматривается судом в законном порядке. Теперь ты, сестра Патнем, ты обвиняешься в преднамеренном убийстве своих семерых детей, которые, как ты утверждаешь, были одержимы дьяволом. Этот урод ответит на мои вопросы. Это неправда. Меня порочит собственное дитя, дьявольское отродье. Эта выставка как-нибудь связана с убийством. Это вырвалось у меня. Да, из-за этого людей отправляли на смерть. Потрясающе. Блин, ну ты... Почему жизнь была такой жестокой? Раньше люди были суровые. И 5 дней из низа живота шла кровь без остановки. Скажи, была кукла причиной этих ужасных страданий? Ты что, из нее ведьму делаешь? Нет, нет, я не занималась колдовством. Однако же, она нашла свою... Вы видели, сколько мигалок? О, большой, большой. Так, подождите. Все, больше не могу об этом думать. У меня при одной мысли об этом нос чешется. Бухать хочешь? Бухать. Так, итак, дамочка, извини. Но почему люди не читают, что написано? Да, будь вежливо. Ну, хоть здесь мы с тобой схожи. Я так переживала. Мой бойфренд, экс-преступник, встречается с моим братом-полицейским. Ссоры не миновать, верно? Ну, казалось, что они два сапога пара. Никогда еще не видел, чтобы люди так понимали друг друга с полуслова. Кажется, все будет нормально. Ну, мне почему-то кажется, что это брат-убийца твой. Я помню яркую вспышку, а потом... ничего. Блин. А что, тут ничего расследовать не надо, ничего собирать? Подождите. После падения Римской империи и до конца реформации судебные процессы над ведьмами не были широко распространены. Многочисленные законы напрямую запрещали называть людей колдунами и ведьмами или сжигать за колдовство. Убеждение в том, что ведьмы существуют, считалось суеверием. А то-то они посжигали нахрен их людей. Когда в этом здании стояли внушительные железные поезда, строительство ездивших
по рельсам, стремительно ездивших по рельсам. А в наше время оно превратилось в музей, который везет историю нашего города по рельсам воспоминаний. Блин, да уйди ты. Отчего поезд сошел с рельсов, до сих пор не пойму. Вот смотрите, что-то есть. Из 14, ни хрена себе. А вы видели это здание-то? Из 14. Тут, блин, я тебя что, собирать, думаешь, буду? Осужденных за сплетни зачастую сажали на позорный стул. Так, а где этот стул позорный? Там вроде кол, да, в задницу можно впиваться. Так, ну ладно, я, по крайней мере, камни-то точно собирать не буду. Ни хрена себе, 14 камней по такому зданию-то попробую пособирай. Ну-ка, что здесь? Нет. Ну, если только попадутся по пути где-нибудь. Так. 0 улик из 7. Подожди, может, ты мне что расскажешь? Почему дерево до сих пор не сгнило? Ух ты, люди реально тут умирали. Да. Человек он, конечно, недалекий. Значит, это не было способом казни. Верно. Так, что это за звуки? Так, веревка. Пятно, давай пятно. Ага. Признайся, ведьма. Признайся в своих сношениях с силами зла, с самим дьяволом. Наконец, хрен убиваете. Какая хрен разница, создается она или нет? Раньше людей пытали, заставляли их признаваться в подписании договора с дьяволом. А, ну-ка, подожди. Признайся, мы это видели. Ведьма. Мы это видели, так, ладно. Ну-ка. Люк, отпечаток ноги. Сломанная доска. Нет. Ну, значит, люк. Время пришло, Абигейл Уильямс. Нет. Ты проклятие Салема. И сейчас ты заплатишь за свои грехи. Девочку вешают. Дебилы. Девочка-призрак из переулка. Это Абигейл Уильямс. А на этой виселице ее казнили несколько веков назад. Ну правильно, почему она людей не любит? Я бы тоже бы не любил. О, кстати, это улики, которые я ищу. Оказывается, вот так. Так, я уверен, что это где-то... Что-то... Тут должно быть еще. Может, где-то на картине? Так. Нет. Это ерунда, подождите. Так. Ловушек тут дохрена и больше. Сейчас отойдем, он появится там. Вон. Я не могу, ага, так вот перелететь, подождите. А как тогда обходить-то их? Так. Укрыться. О. Подожди. Вот так. Тут я-то из-за камня шел, что ли? Да пошли они. Так. Минутку, вот сюда пойдем. Теперь немножко сюда.
Вот так вот. Блин, так необычно все это видеть, конечно. Ладно. Камни, камни. Я думал, что доброе мне. Мне улики надо. Так. Повеселился ты немного в такой прекрасный чудный день. Как можно быть таким несчастным? Позор. Позор. Я знаю, тут есть вещи и похуже. Это был довольно эффективный способ публично опозорить человека. Но ведь это правда ужасно. Скажи. Провести целый день. Неужели дети клеветали на родителей? Может, мне говорить басом? Пуритане действительно так говорили? У меня просто голова кругом. Пьеса уморительная, но никто ее не понимает. Ни хрена себе уморительная. Тем женщинам не сладко пришлось. Ой, как не сладко. Так. Судебные документы. Копии документов. А, копии документов о судебных процессах над ведьмами в Салеме. Так, это сколько у меня уже? 4 улики. Что-то не так, что-то еще должно быть. Так. Да, из-за этого людей отправляли на смерть. Да, блин. Где-то все это здесь должно быть. Ладно. Это что у нас? А, первые повешенные в Гэллоу Хилл стала Бриджи Бишоп. В ответ на обвинение в колдовстве она заявила, что невинна, как еще нерожденный младенец. Так. Нет, надо идти в комнату. В комнату, все в комнате. Маяк нет? Нет. Еще, может, какая-то загадка есть? Так. Может, их две должно быть здесь быть. Ой. Так. Так, вот это мы точно знаем, уже было. Так. Виселица, виселица. Три штуки еще надо. Дерево. Дерево не пойдет? Дерево ничего не подскажет. Нет. Что происходит на улице? Так. Я уверен, эта картина должна быть. Только какая? И где? Что может быть лучше, чем убивать друг друга со скуки? Ни хрена себе, ты дебил. Сейчас этих ведьм уже бы не судили. Я все думаю про того убитого копа. Даже полиция в опасности. Я все думаю про того убитого копа. Я точно видела полицейские мигалки. Что происходит на улице? Ничего. Ничего, что тебе стоило бы знать. Здесь мило. Но мой диван мне милее. Понятно. Так, мы точно с тобой ничего не можем сделать? Посмотреть, отреагировать как-то. Так.
Блин. Что мне тут еще изучать? Или мне надо бегать по всей... О, подождите. Смотрите, какая картина. Есть? Нет. Картина. Нет. Блин. Картина. Нет. У этих я был, кстати, помню. А, вот еще какие-то. Подожди. Вот это, да, да, уйдите. На этой же это убили. Так, Роуз, утопление. Вода. Ее ж утопили. Только Роуз или София? Роуз сожгли, значит София. Девочку-то он убил. А это он сжег. Как я понимаю, так поступали не только. Так, Роуз. А не менее так, сожжена. Ага, безболезненные пытки. Даже сплеть. Роуз сожгли у похожего столба. Это плохо, да. Конечно. Но чтобы уж так сурово. Блин. Где? Ты кто? Поезд перевозил боеприпасы. Он интересно, был как бомба долго на колесах. А я даже не видел ее. Достаточно. Только с другой стороны, может, картина. Причем делали это у всех на глазах. Да, это что называется. Ты мне, может, подскажешь? Я помню яркую вспышку, а потом ничего. Так, ладно, подождите. Ладно, еще где-то одна улика есть, так. Блин, подождите минуту. Вот эта картина, наверное. Осмотреть детально. Суд над ведьмой, дом правосудия. Этот особняк принадлежит судье Готорну, одному из самых влиятельных судей времен охоты на ведьм. Во время массовой истерии в 1692 года в Салеме судебные заседания часто проходили в самом доме. И здесь выносились приговоры. Так, все собрано. Значит, одна из исторических достопримечательностей Салема – особняк судьи, где в 1692 году проходили процессы по ведьмам. Давайте, надо вывод значит, делать. Значит, звонарь расправлялся с жертвами так же. Маньяк убивал жертвы с применением пыточных устройств пуританской эпохи, когда на ведьм охотились. Как пытали ведьм. И почему именно так? Странно, что тут нет про обвинителей, ведь это важная часть истории Салема. Ну, вообще-то, некоторые экспонаты еще не выставлены. Сейчас они наверху, в кабинете реставраторов, ждут своего часа. Ну что, нужно выяснить, что здесь еще есть. К реставраторам. Так. Наверху в кабинетах реставраторов полно экспонатов, возможно, связанных с делом звонаря. Так. Мне чтоб не попасться-то. Во-во-во-во-во-во-во. Так.
Куда? Ой-ой-ой. Вот, вот так я знаю, как надо. Блин. Ну ладно, предположим. Кстати, наш призрак этот, наверное, поезд сбить все-таки может. Не понял. Куда, блин, а куда мне надо туда? Так. Я же отсюда пришел. Так. Не туда. Или зигзагами надо передвигаться. Вот так надо перебегать. Вау, чуть не сбили. Так. Взял камень. Беги, беги. Давайте собираем. Судебные процессы над ведьмами Салеми закончились в 1693 году, однако в Европе они продолжались до 1750-х годов. Им лишь бы убивать там в Европе-то. Людей-то и так не любят. Почему-то. Вот так. Демонов нету. Демонов нету. Пройти не можем. Давай. Я всегда хотел быть полицейским. Понятно. А ты? Целая выставка про смерть. Ну хоть у тебя. Жаль, что Салем не славится чем-то другим. Хоть одна здравая мысль у человека. Целая выставка посвящена смертям. Правильно. Лучше хлебным краем славилась или что-нибудь в этом роде там. Ну давайте. Сейчас посмотрим. Ага, ты туда не можешь, да? Ладно. Минутку. Нам сюда. Здесь пока ничего нету. На. Булыжник. Еще один. Булыжник. Так, а я тут был? Я тут был. И булыжники собрал? Собрал. Блин, маленькая потайная комната и все, и пипец. Я и так-то вас собирать не хотел. Просто вы мне по пути пока подворачиваетесь. Так. Ой-ой-ой. О, и ты здесь. Джой? Я же велел тебе присмотреть за Айрис.
Тоже мне начальник. Зато я тут кучу всего нашел. Звонарь убивает жертвы так, как раньше казнили ведьм. Схожу наверх, вдруг там тоже что-то есть. Лучше бы я попросил пойти со мной. Тогда бы ты осталась в церкви. Ты так меня знаешь. Угу. Ёрничает еще. Минутку. Булыжник. Как бы на первом этаже я где-нибудь булыжничек не оставил. Смотри, нет ли где видеокамер и сигнализации. Спасибо за совет. Сегодня я уже не в первый раз куда-то вламываюсь. Какая насыщенная жизнь у тебя, кстати. Ходишь с призраками, общаешься, вламываешься. Это преступление совершаешь. Ну, вроде мы на месте. Только вот помогут ли эти вещи установить связь убийцы с ведьмами? Так. Давайте посмотрим. Мы вот отсюда пришли. Для начала посмотрим. Демонов не вижу. Так. Еще 5. Давай периметр обойдем. Обходим периметр. Подожди, что-то собираем. Здесь я ощущаю прошлое. Вековое прошлое. Хочу сосредоточиться на убийце, но что-то мешает мне. Лезет в глаза и уши, проникает прямо в мозг, будто слышно эхо давно умерших людей, умоляющих, чтобы их не забывали. Что-то за паспорт локации такой. Майк Джой чувствует присутствие духов, людей, как-то связанных с экспонатами в музее. Ладно. Еще 4, да? Посмотрим. Так. К расследованию мы, конечно, вернемся, но сначала соберем это. В книге такой-то молот ведьм, опубликованный в 1487 году, доказывало существование ведьмы и объяснялись лучшие способы борьбы с ними. Так какие борьбы, блин? Баба не дала, объявил ее ведьмой, сожгли нахрен. Все, доказательств не надо. Скажет, котел против часовой стрелки помыла. Посвящается безымянному жителю, благодаря щедрости которого мы смогли сохранить наследие нашего города. Мы бережно восстанавливаем прошлое во имя лучшего будущего. Ну, блин. Как-то вот сомнительно восстанавливаем прошлое. Там, если вы показываете, как... умирали люди, думая, что это будет во благо. Так, минутку. Так, пока никаких призраков не вижу, демонов. Так. Изучить пушка. Гражданская война. Пушка времен гражданской войны. Ой, это что, это якорь? Так, последняя стоянка. Большой корабельный якорь. Нахрена он здесь нужен? Вот, вот это, что такое? Что за орудие пытки? Так. Я не понял, ты только что там была. Ты что так быстро перемещаешься? Навигация. Это что за маяк такой? Старинный медный Нактаус. Не знаю, что такое, честно скажу. Или Нактаус. О, судья, я уверен. Что требовалось доказать? Портрет судьи. Смотрите, какая злая морда у него.
Ой, девочка, дел. Ага. Так, тут картины, 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 картины. Подождите. Это что за штурвал такой? Вот какая-то картина, подождите. Так. Ну давай. Эй, Джой, слушай, подними-ка вот эту картину. Ну, поднимай давай. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. Название «Повешенная ведьма». Вот жуть. Как колокол. Или колокол. Это знак убийцы. Так. Призрачный знак звонаря, позаимствованный из картины «Повешенная ведьма». Так, Бакстер бежал прятать картину, заслышав шаги. Зачем ее прятать? И что вообще он тут делал, Бакстер? Ну, мне больше вот картина, да. Мы можем эту картину как-то увеличить? Нет, наверное, уже не сможем увеличить. Ну, картина, да, вот она из звонаря взята. Так. Вот видите, как хорошо никуда не торопиться, сразу изучить как следует вино. А зачем оно здесь? Большая винная бочка. Ну, наверное, там людей топили, как котят. Нет, это ничего. Горшок ночной. Вот, вот это вот. Румб, или кто он там? Сигналы бедствия. Старинный корабельный телеграф. Ну да, телеграф, вот как это называется. Я не знаю, как, я же не моряк, не знаю, как называется. Так. Документации никакой нет, да? На столе. Перчатки. Ну тут работает, если реставрация, то туда. Так. В любом направлении. Старинный корабельный штурвал. Да. Сейчас он, поди, таких и нету уже. Ух ты, осматриваем списки. Так. Медиум направляет полицию к месту преступления. Медиум. Ребенок С. Бейкер нашла пропавшего человека. Роуз Кэмпбелл заявляет о своих экстрасенсорных способностях. Еще одно убийство раскрыто с помощью медиума. Реакция полиции. Медиум раскрывает тайну 20-летней давности. Существует ли медиума на самом деле? Ну, кстати, это вот как раз она и помогала. Ее из-за этого и хотят сейчас убить, потому что она помогает раскрыть. София тоже обладает даром ясновидения. Это значит, что уже несколько девочек, за которыми охотится звонарь, были медиумами. Ага, вон оно что. За медиумами охотятся якобы ведьмы и убивает их как ведьм. Короче, какой-то сбрендивший псих. Другого, блин, я пока не вижу. Это... бестолочь. Ага, решение суда. Суду все ясно. Молоток судьи, видимо, старинный. Ладно, предположим. Так, список обвиняемых. Список обвиняемых в колдовстве датируется концом 1660 года. Так. На этом столе что? Ничего. Три улики осталось. Три. Ну, я так думаю, один из них вывод еще. Так, ожерелье, медальон. Какая разница-то? Ну, давай. Ага, неправильно. Ну, тогда вот ожерелье. Выбор-то небольшой. Простите меня. Я и не думала его брать. Постыдилась бы, Бриджит. Хватит устраивать балаган. Вот увидишь, за все эти разговоры с духами тебя точно объявят ведьмой. Так. Принять так. Пуритане любого ясновидящего обвиняли в связи с нечистой силами. Господи, да это не проблема. О. Преследование.
Один из экспонатов выставки на первом этаже. Ну это да. Это которая позорная доска-то это. Или чего-то. Ага, подождите. Да блин. Может я что-то важное пропустил. А только где? Картина какая-то или что? Вот она. Какие-то письмена. Так, важные сообщения. А старинный манускрипт. Все, 14 улик есть. Давайте связывать. Три штуки надо нам связать. Это вот колокол, это по-любому. Так, знак картинки. Судья. Нет, судья, смотрите-ка, неправильно. И что же у нас тогда остается? Так, ну-ка, давайте-ка. Так, колокол. Ну, давай, вот. Вот что-то про звонаря опять. Так, знаки с картинки. Так, монолят, медиумы. Ну, еще там может быть. Список обвиняемых. Это кто? Бакстер в музее. А, вот, кстати, Бакстер в музее. Какого хрена ты делал? Нет, неправильно. Ладно. Тогда давай видение. У нас были еще на медальоне. Так, у нас были на этом видение. Ну, давай, вот он. Значит, звонарь считает медиумов ведьмами, поэтому и убивает. Бред какой-то. Кто же интересовался медиумами? Бакстер. Ну, Бакстер. Так, Бакстер в музее. Пропавшая девочка, ну давай. Ну и вот звонарь, естественно. Нет, ни хрена не звонарь, смотрите-ка. Подожди. Кто третий? Бакстер спрятал досье. Из какого боку тут этот чертов Бакстер? Его же понизили и отстранили от дела. Так, смотреть выполнен, так. Мы нашли знак убийцы. И у нас есть подозреваемый. Мы все ближе. Но только ни на шаг не приблизились к моей маме. Хорош конючить. Без тебя нытиков полно. Знаешь что? Да пошел ты! Ты вообще не врубаешься! Не врубаюсь? Мою жену убили 3 года назад. Она теперь на небесах, а я застрял черт знает где. Да еще на пару с капризной девчонкой. Твоя мать когда пропала? 2-3 дня назад. А? Гарантирую, мы ее найдем. Если я не справлюсь, если мы не справимся, я больше никогда не увижу Джулию. Никогда. Так что-то в моих интересах, поверь мы мне. Мы с тобой справимся. Не надо меня подбадривать. Ну, прости. Я не знала про твою жену. Один плюс нескончаемая сигарета. Ладно. Будем действовать, исходя из того, что у нас есть. Возвращайся в церковь. В церковь? А ты куда? Наш главный подозреваемый Бакстер. Посмотрим, может мне удастся что-то раскопать в его квартире. О, я в квартиру еще? А вот тебе совершенно ни к чему идти в гости к копу. Ладно, увидимся. Подождите, у меня на втором этаже там тоже еще что-то было. Помню. Куда-то коридор был. Ну? Поехали? Хотя я не знаю, на первом этаже я все ли сделал. Так, Бакстер вел себя очень странно. Скорее всего, звонарь, это он, его необходимо разыскать. Почему он? Я почему-то... Не думаю, что это он. Так, а где здесь выход-то был? Ага, вот. Сюда вот я не ходил. Так.
здесь нету ничего. А куда мне надо-то? Подождите. Выйти из музея. Вот текущая задача. Подожди. Вот, что-то я собрал. Только это не камень, конечно. Книги, гравюр Уильяма Пайна, костюмы Великобритании. Изображен вращающийся позорный столб. К нему можно было приковать до 4 человек, и они шагали вокруг него, словно мулы на мельнице. Господи. Вот что, нравится вам такое извращение? А вот смотрите, что-то еще вот. Молитвенник. Испытание молитвой. Считалось, что дьявол никогда не позволит своему слуге произнести все слова молитвы «Отче наш». Обвиняемые просили прочитать эту молитву целиком, и если они забывали хоть часть слов, то у них возникали большие неприятности с законом. Дебилизм. Я вот даже не знаю это. Что он теперь? Демон что? А хрен-то там. Так. Здесь у нас никого и ничто. Так, ладно. У нас камни еще где-то тут. Ой, блин, а я помню, нам еще по камням... Для камней-то там поезд. А я о камнях думаю. Так, девочка не то. А девочка созрела. Тара-та-та-та-та-та-та. А нам сюда вот, потом туда. Так. Минутку еще разок. Чтоб я не здесь ничего не упустил. Вот эту тряпочку посмотрим. Да. Все, можем выдвигать. А почему мы с ней не ушли через окно? Вселились бы в нее, она бы нас через окно выкинула бы. Вау, смотрите, что-то есть. Камень. Где? Твою ж мать, я в наушниках еще и обосрался немножко. Вот тебе и раз. Такая хрень. Еще два. Я даже не знаю, нужны ли они мне. Так, а я еще наверху, на каком-то. Блин. Их трое. Давай. Сейчас ты развернешься, и я к тебе. Давай, 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 давай. Так. А ты что, еще сюда лазишь? А небольшая ли у тебя территория? Ладно, сейчас пройдем. Посмотрим. Так, одного порвали. А им не понравилось. Вот их можно убить, можно не убивать же, так понимаю. Тут уж как я пожелаю. Ну, я желаю от них избавиться, чтобы в дальнейшем они мне не принесли неприятностей, пока я тут буду шариться. Ну, давай, давай, быстрее. Давай, 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 давай. Да тихо ты. Чё, не можешь найти, даже не знаешь, куда я пошел. Блин,
Блин, давай. Ползи сюда. Тут, я как понимаю, можно из этой штуки прямо рвать. Вот. Смотрите. Как я это вижу. Так. Давай. Че, не можешь найти? Ну и не надо. Так. Сейчас и эта падла развернулась-то. Давай. И... Не то. Да тихо ты. Вот так в треугольнике спрятались. Где ты? Эй, я пожарил котлеты. Давай. Сейчас должно получиться. Давай. Так. И... Д. Так. Где эта ворона-то? Там ворона была где-то, вон она. Так. Блин. Здесь вообще плохо у меня. Пугай ее, пугай. Так. И... Ну, неправильно. Не смог определить. Ну и ладно. Блин. Давай еще разок. Так. Рвем. Порвали. Все. Что у меня там с камнями этими? Блин, не вижу. Только бы они не на первом этаже где-нибудь. Так, мы отсюда же вышли? Да, вон якорь отсюда. Опа. Да, опа. Такая вышла. Опа. Обходим это стороной. Ой. Так, ворон. Спасибо тебе огромное. Давай, хватай меня в когти и тащи отсюда. Вот где-то тут еще, блин. А что, нету поезда, все? Закончился. Мне тут СМС прислали. У нас еще что-то произошло. Подождите, вот.
Еще один камень. Нет, прямо вот только что вся полиция... Да я уверен, он где-то тут должен быть. А, все, у меня выбора нету, да? Значит, мне действительно сюда. Так. Надо определиться, где я. Здесь у нас что? Не понимаю немножко. Конечно, где я харюсь? Костюмерный. А, поезд. Вот так, вот так. Ну, последний камень-то уж дайте мне, я хочу про ваш взрыв в поезде посмотреть. Я так понимаю, про него должно быть. Хоть какую-нибудь наводку дайте. Давай-ка за судью зайдем. Хотя нет. Мы вроде оттуда пришли. То есть нам туда уходить надо. Так, поезд нам пройти не даст. Тут в туалете нету ничего. Ой, где последний камень? Здесь-то уж уточной вашей. Могли бы и оставить этот камушек для меня специально. Подложить. Вон сколько ям понатыкано. Не, там я собрал, точно помню. Вот он. Давай, смотрим. Мы с мужем покинули платформу и зашли в поезд. Помню, с каким чувством я смотрела на наш городок и вспоминала, как счастливы мы здесь были. Однако новая жизнь в Салеме увлекала меня гораздо больше. В пути я было задремала под мерный стук колес, как вдруг раздался пронзительный скрежет металла о металл, и сон мгновенно меня покинул. Поезд остановился. Кругом царила тишина. Было слышно лишь, как ливень барабанит по крыше. Я выглянула из окна, но ничего не смогла разглядеть. На улице было слишком темно. А затем вспыхнула самая яркая молния из тех, что я когда-либо видела. Мой муж решил выяснить, в чем причина задержки, и пошел в головной вагон. И тут, в хвосте поезда, закричала какая-то женщина. В числе прочих я поспешила к ней. Когда женщину спросили, что случилось, в перерывах между рыданиями она могла лишь промолвить, что под дождем бродят духи мертвецов. Мне показалось, что странным образом на всех пассажиров внезапно нахлынули болезненные воспоминания. Про себя я это могу сказать точно. Все это напугало меня настолько, что я тут же отправилась искать Джо, но его нигде не было видно. Я уже добралась до локомотива, но так и не встретила мужа. Я выглянула из ближайшего окна и увидела машиниста. Он пытался убрать с путей упавшее дерево. К нему шел Джо. Я была уверена, что он хочет помочь расчистить пути. Но к моему ужасу, вместо того, чтобы взяться за ствол, Джо поднял с земли камень и размозжил машинисту голову. Я выскочила из поезда и подбежала к нему. Но увидела, что это уже не тот Джо, которого я знала. Он был будто... одержим чем-то, не могу выразиться яснее.
Потом его что-то напугало. Он отбросил камень в сторону и стремительно бросился к лесу. И вот тут, я точно это помню, эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Прежде чем Джо исчез за деревьями, вспыхнула молния, и я увидела, как за ним что-то гонится. Его преследователя я могу описать только как призрака, закутанного в черное. Хотя, не знаю, может быть, это была просто тень. Полиция несколько дней прочесывала лес в поисках Джо, но его так и не нашли. Поначалу я вернулась домой, но воспоминания о прошлой жизни не давали мне покоя. Иногда, когда я без сна лежу в постели, меня преследуют мысли о том, какой могла бы стать наша жизнь, если бы мы не сели в тот поезд. Ну вот смотрите, я-то вообще-то думал, что это про крушение поезда что-то будет, какой-то, не знаю, камень на рельсах. Но тут вот какие захватывающие события происходят. Кстати, кабинет какой-то. Ну давай, бери. А, снова ходили с Романом в исторический музей. Он не фанат истории, но знает, что ей интересуюсь я, и поэтому пошел вместе со мной. Такой молодчина. У нашего маленького города богатая история. Я часто думаю о ней и чувствую себя ее частью. Частью, запчастью. Теперь, да, действительно, часть истории. Ой, смотрите-ка, еще что-то есть. Если какого-нибудь пекаря ловили на мошенничестве, его, как правило, заковывали в колодки. Или лекаря. Я же говорю, ЛП там. Все вместе взятое. Так. Заковывали. Ага, чуть не попался. Пардон, пардон. Все. Можно сваливать. Где тут выход? Вот он. Слышали, что тот парень сказал? В церкви святого Бенедикта что-то случилось. Я не могла выбраться. От огня спасения не было. В церкви? Да что ж сегодня за ночь такая? Что там в церкви могло случиться? Не надо. Я теперь иду в церковь. Не надо мне, чтобы там что-то случалось. Что за спешка, ребята? Куда это вы? А, нет, нет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока! Увидимся в следующем видео.